Декабрь и январь месяц у нас являются неустойчивыми месяцами по погодным условиям. Они имеют место так называемые температурные качели, когда максимумы положительной температуры и максимумы отрицательной температуры накладываются друг на друга, и в течение недели несколько раз меняются амплитуды этих температур. На сегодняшний день нет официального штормового предупреждения по погодным условиям, но технические средства контроля и средства прогнозирования, которыми обладает на сегодняшний день служба муниципального образования, позволяют нам уже сделать небольшие прогнозы. Эти прогнозы касаются первых последующих трех суток, которые прогнозируется резкое понижение температуры. На отдельных участках эта температура может достигать до минус 6-8 градусов в сочетании с сильным ветром 12-15 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду. Также в эти дни прогнозируется выпадение небольших осадков, преимущественно в виде мокрого снега, в виде снега. Также снежный покров прогнозируется до 6-8 сантиметров на дорогах. В этой связи наша рекомендация – это либо полностью запретить, либо же ограничить выезд личного транспорта только в экстренных случаях и усилить контроль за работой отопительных приборов. В первую очередь это касается дачных участков, кооперативов, те домики, которые постоянно не используются для жилья и которые отапливаются периодически. Лучше полностью отказаться от отопления этих домиков, законсервировать их на эти дни и не рисковать, потому что оставляя приборы без надзора, без контроля, это чревато при сильном ветре. Не столько могут, сколько могут пострадать сами домовладения, но и домовладения соседей. И последнее. Эти три дня у нас пиковая будет среда, четверг, а крайний день пятница и суббота. Перепады дневных температур могут составить до 20 градусов. Если в начале, в первой половине пятницы это будет до минус 8 градусов, то во второй половине субботы это уже будет до плюс 12.